the Lord. God is good. God is so wonderful. God is doing great things. And when we let God work in our life, we can see God is doing great things. Когда мы позволяем Богу сделать то, что в нашей жизни, Он сотворит чудеса. Yeah. I want to share briefly about the Korean woman, what she said. Can Pastor say it for us briefly about how she experienced joy in the meeting and then at the house and then and after the counseling? And I want to encourage you that we can all feel the joy of the Lord if we handle our problems and have a close relationship with the Lord. Я хочу, чтобы вы поняли за то, что произошло с одной женщиной именно, что она переживала во время служения, а также после служения. Pastor? Yeah. Yeah, right. You share briefly to encourage them that we can all experience joy like that. So you can say in Russian once and then in English once. Мы молились сегодня за одну сестру, и слава Господу, просто было такое консультирование. Просто рассказывал, в чем проблема у человека. И вы знаете, проблема в том, что мы часто не замечаем, в чем наша проблема. И просто говоря об этой проблеме, и что мы должны принимать от Иисуса, и останавливать эти мысли, которые идут от этой проблемы. И потом, когда говорили об этом, эта сестра была очень счастлива. Она ощутила радость Господа и такое удовлетворение в Боге. Знаете, и мир Божий наполнил ее. Это было очень здорово видеть, как Господь изменяет людей. Знаете, когда у тебя есть правильное понимание, из-за чего у тебя есть определенные проблемы в жизни, когда ты понимаешь и не позволяешь дьяволу действовать через это, а просто принимаешь подкрепление от Иисуса, тогда твоя жизнь меняется. Это было очень здорово видеть, как сестра просто вдохновилась, было благословенно, приняла радость Господа. Амин. Аллилуйя. Когда просто пришло правильное понимание, в чем ее проблема. И как побеждать эту проблему. И знаете, вот было такое, мы где-то взяли 20 минут, такое консультирование. Это было очень эффективно. Если у нас будет такая мудрость, как помогать людям действительно правильно, консультируя их, многие люди будут освобождены. Амин. Слава Богу. Просто дай Господу друга восхвалить. Can you say that briefly in English? Very briefly. Very briefly. I need to speak in English. But it's okay. Maybe we'll skip that. Okay. Thank you. Okay, Pastor just share about how that woman, what's her name? Natasha. How she experienced the joy of the Lord and in the house and then in the meeting and then after the counseling. Пастор уже рассказывала, как сестра Наталья переживает именно присутствие Божие дома и также во время служения, также после всего этого. What I want to say is that we can continue to experience the joy of the Lord to strengthen our life. То, что хочу сказать, это мы можем продолжать переживать именно присутствие Божие в нашей жизни. And God has a wonderful plan in our life. И у Бога есть хороший план для нашей жизни. Natasha shared that she received a message from God that God has a wonderful plan in her life. Она получила откровение, что у Бога есть хороший план для нее. But she's sparked by some emotional problems. Но все равно у нее были какие-то эмоции и проблемы. And the counseling helped her to see that the problem is not so great. There are ways in the Lord to handle the problem. И Сына Божия ей показать, что у Бога есть много путей, чтобы отвечать на наши проблемы. And then she has faith to walk on. И у нее была вера, чтобы продолжать. And you know, we all face different problems in our lives. У всех бывают проблемы. And
you say, wow, it's so wonderful, some people experience the joy of the Lord, but you say, it's too hard for me to experience this joy all the time because of problems of people. Ты можешь сказать, у некоторых легко переживать присутствие Божие, но у меня вообще-то никак не получится. What I want to share with you today is that we can all overcome any problems from people by the power of the Lord. То, что хочу вам сказать сегодня, это то, что мы все можем... Мы все можем побеждать проблемы и переживать присутствие Божие. I want to share in 1998, after I experienced the infilling of the Holy Spirit, when an evangelist laid hands on me, and power like electricity entered me, and the love of the Lord filled my heart. И Божья любовь заполнила мое сердце. My whole life was transformed. И моя жизнь была изменена. And I said, I want to continue to have this close relationship with the Lord. Я сказал, я хочу продолжать иметь такое отношение также с Богом. And then one day I called up someone to share about my experience of the Holy Spirit. Однажды я кому-то звонил, чтобы поделиться именно какой опыт у меня с Духом Святым. But this person did not like the infilling of the Holy Spirit. Но тот человек вообще-то ненавидел, как переживать именно присутствие Духа Святого. And she got very angry. И she got very angry. Он разозлился. And she said angry words at me. А так же на меня. And after I hang up the phone, I lost my joy. После того, как я закончил с ней разговаривать, я потерял свою радость. Now before that, every time I pray, the joy of the Lord would flow through me like that. До этого, когда я молился, во мне вошла радость Божия. Any time now I think of Jesus, the joy of the Lord would flow through me. Каждый раз, когда я подумал о Боге, радость Божия вошла во мне. And there are different people who stayed near to me, and then they said they experience the joy of the Lord when I pray for them or when I pray. И вокруг меня люди, которые вокруг меня, когда стояли люди, меня спрашивали, когда ты, как ты переживаешь именно присутствие Божие. But after I made a phone call and the woman was angry, when I prayed again, I lost the joy. До того, как я звонила женщине, с которой разговаривал по телефону, я переживал присутствие Божие, а после этого я потерял свою радость во время молитвы. When I prayed again, my heart felt heavy. Когда я еще раз молился, мое сердце было тяжелое. It feels like, you know, a big stone is put into my heart. Это как будто кто-то положил камни в мое сердце. And there was no joy. И радость, конечно, не была. And the Lord spoke to me. I have to handle the problem. Я должен разобраться с этим. So I called her up. Я опять ей звонил. I said, if I made you unhappy, I'm sorry. Если я тебе... Если я сделал тебя несчастливым, извиняюсь. Если я тебе несчастливый, тогда извините меня. Now I did not do anything wrong. I just shared. Я ничего плохого не сделал. Я просто поделился. But I might have made her unhappy. Может быть, я если я возможно, что я если я не счастливая. And I still want to apologize, not that I've shared. Но я все равно у нее попросил прощения. But I apologize if I made her unhappy. Но я все равно ей сказал извините, пожалуйста. And then after I said that, she was still angry. Но все равно после этого она продолжает быть несчастлива. But after I hang up the phone, I said, I already handled the problem. А после того, как я вкладил трубку, я себе сказал, я уже решил проблему. I already did my part. Я уже играл свою шаг.
And she was still angry. Но все равно несчастье было в ней. Then it is not my responsibility. А после этого это не была моя ответственность. Now this thought is very important. I have done my part. Can you say it? I have done my part. Вот эта часть это очень важно. Ты можешь сказать, я уже играл свою роль. And she did not accept it. Но все равно она не приняла, не поверила. Then it is not my responsibility. Уже это не моя ответственность. Can you say this? Ты можешь сказать, это не моя ответственность. When I've done my part, я играл свою роль. Then it's not my responsibility. Уже это не моя ответственность. And I let go. Я прошел. I prayed again. Я молился еще раз. The joy of the Lord came again. Hallelujah! The joy of the Lord came again. Радость Божья опять вошла во мне. And in that experience, God spoke to me. И через это переживание Бог мне говорит. From now on, I'm going to handle every single problem I face. С этого дня я буду решить все твои проблемы. So that I won't lose the joy of the Lord. Чтобы ты не потерял мою радость. So from that day on, in 1998, every time when I face any problem, I try to face it. И с этого дня 98 года я переживаю присутствие Божье во время молитвы. And I found that it is possible not to be affected by anyone, anything. И я заметил, что возможно не быть прикосновен. You can help him. Возможно не быть прикосновен другими вещами. I can continue to have joy even when people have problems. Я могу продолжать иметь радость даже если вокруг меня у людей бывают проблемы. Let me ask you this. Are you affected by someone now? Позвольте меня вас спросить. Are you affected by some of the emotions? Какие-то эмоции на тебя влияют? Do you have some concerns in your heart that make it hard for you to be joyful in the Lord? Может быть, ты переживаешь за что-то и ты не имеешь радости. If you have that, can you raise your hand? Если ты переживаешь за что-то или за кого-то, пожалуйста, поднимите вашу руку. If there is someone or something that affects you right now, thank you. Raise your hand high up. Hold it up. Если сейчас вот кто-то или что-то, который влияет именно на твою радость, пожалуйста, подними. Hold your hand up and look around and see how many people have raised their hand. So, видите, сколько подняли руки. It's a fact of life that we can be affected by people. Это факт жизни, что люди могут влиять на нас. Actually, the Bible has taught us how not to be affected by them. Но на самом деле Библия нам говорит, как возможно не быть прикосновен другими людьми. So today we'll talk about that. То есть сегодня мы будем говорить об этом. Now here is a picture. How to learn not to regard what people did to hurt us. That what they did to hurt us, not to see those things as big problems. If someone hurts me, don't see that as a big problem. Ненавидеть. Если кто-то тебя ненавидит, возможно, что это на тебя не влияет. If we don't mind what people do to us, then we won't get hurt. Если мы не обращаем внимания на то, что люди именно влияют на нас, у нас не будет их влияние на нас. Here I use a simple illustration. Тут бывает такой-то символ. If an insane person says to you, "You fool," если кто-то мне скажет, ты дурак, would you mind it very much? Будешь ли ты переживать? Would you be unhappy for a long time? Может быть. Сейчас долго не сейчас. Повтори. Счастлив. Ты будешь несчастлив долгое время? Do you see? Have you seen insane people? Может быть, кого-то ты уже увидел? How many of you have seen insane people? Кто уже увидел, кто переживал именно, когда кто-то ему сказал, что ты дурак, долгое время он переживал именно из-за этого слова.
Now, if they yell at you, have you seen them yell at people? Если кто-то на если кто-то с тобой yell at you? That's yelling. You fool, you useless. Если кто-то на тебя ругается, может быть это будет вред на тебя. Yeah, that's yelling. I'm just using that as an illustration. What is yelling? Right. I was not yelling at him. I'm showing him what is yelling. Так не сделано, конечно. Просто insane. Now you know that that person is insane. Then you won't mind for a long time, right? Мы знаем, что тот в том человеке есть такой дух, и мы не будем переживать для этого. One time I crossed a street. Однажды я перешел дорогу. And I saw someone that I did not know. И я увидел человека, которого вообще-то не знали. And he just looked at me with angry eyes. И он на меня смотрел, как-то что-то плохое сделал. And he yelled at me. И он злился на меня. And then he walked away. И он убежал. He was just angry. Он просто был злой. And he yelled at anyone on the street. И он злился на каждый человек, который видел он. Do I have to stay unhappy? Буду я переживать долгое время? Now this is a very, very important point. И это очень важный пункт. If someone is insane, do you have to stay unhappy? Let me ask you this question. Если у человека есть такой-то дух, ты будешь ли ты продолжать переживать из-за этого? Do we? Yes. Будем ли мы? Да или нет? You can nod your head or shake your head. Do you have to stay unhappy? No. Будем ли мы продолжать? Да или нет? And we have a way to say it's his problem, right? And we can say to ourselves, that is his problem. Если у кого-то есть проблем, мы можем сказать, это его проблем. So we don't have to stay unhappy. Мы не должны переживать именно долгое время из-за этого. Now look at this picture. Смотрите на картинку. When you look at a picture, you might feel fear, right? Some of you might feel fear. Вы можете что-то чувствовать. But do you have to be afraid? Do you have to be afraid of a picture? Должны ли вы бояться этого? But this picture will convey some fear to you, right? It will give you some. It might give you some fear. Эта картинка дает тебе страх. Ты не должен ее бояться. Эта картинка дает тебе страх, ты не должен бояться. But do you have to fear him, this picture? Должны ли мы бояться этого? Do you? No. Yes. But this look makes us fear, right? Но его лицо отдает какое-то чувство. So when someone is angry, sometimes we think it is our fault. You know, if someone is angry, sometimes we think it is our fault. Если кто-то несчастлив, мы иногда думаем, что это мы виноваты. But it's not necessarily our fault. Но на самом деле это не значит, что мы всегда виноваты. Let me tell you, there are people who hurt people easily. Я могу вам сказать, что существуют люди, которые могут злиться на людей просто так. And these people have been hurt by other people many times before. Возможно, что на них также злились другие люди раньше. I hope you remember this. People who hurt us have been hurt many times before. Я надеюсь, вы это запомните. Люди, которые которые злятся на нас? Нет, те, кто ранят нас, были ранены кем-то. Да. Ну, понял, да? То есть, либо если они злятся на нас, то на них злились кто-то раньше. Кто-то их обидел, они обижают нас, потому что их кто-то обидел.
Кто нас обижает, значит, кто-то на них наш, кто-то их наш обидел. In the childhood, they have been hit by people. Может быть, в детстве кто-то их обидел, кто-то их бил. Punished by people. Наказан. Кто-то их наказал. Disliked by people. Кто-то их ненавидел. And the anger stays in their hearts. И злость осталась в их сердцах. And then when they are unhappy, they will put their anger onto someone else. И когда они несчастны, они злятся на других. Let me ask you, have you met someone like that? Позвольте вам спросить, вы когда-нибудь встретили таких людей? Have you met people like that? Can you raise your hand? Вы уже встретили таких людей? Поднимите вашу руку. There are always people like that, right? Всегда бывают такие люди. Okay. Isaiah 51:12. Let's read that. You read. I don't read. You read. So who are you that you fear mere mortals, human beings, who are like grass, who are but grass? I am he who comforts you. Who are you that you fear mere mortals, human beings who are but grass? Да, я сам утешаю вас. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Вот так. Okay. Is it the verse or no? Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тот же, что трава? So they are just people. Они просто люди. Do we have to fear them? Должны ли мы чувствовать этого? Just now I talk about insane people. Now, not all people are insane, but all people are sinners. Не все злые люди мы должны бояться, но почти все. Sinners hurt other people. Грешники, они обижают на других людей. Including us. Даже включая нас. I've hurt people many times. Я много раз злился на других людей. You know, by what we say, sometimes unknowingly we hurt people. Зависимо от того, что мы говорим, иногда мы. Sometimes knowingly we make people unhappy. Иногда зная, что если мы что-то говорим, именно мы сделаем другим. But now I'm very careful not to hurt people. Но я сейчас очень внимателен, чтобы не обижаться на других людей. But people from time to time, I meet people who hurt me. Но много времени я встречаю людей, которые обижают на меня. And I understand that people are sinners. И я понял, что люди грешники. And all sinners hurt people. И все грешники обижают на других людей. And then we always think, he hurts me, so I have to get angry. Но мы все равно видим, что он меня обидит, так что я должен переживать этого. This is a lie that many people believe. Это ложь, в которой многие люди верят. Now hear this lie again. He got angry with me, I have to get angry with him. Вот еще другая ложь. Он меня обидел, так что я должен его обидеть. Do you sometimes have this thought? У вас иногда бывают такие мысли? He hurts me, so I have to get angry. Он меня обидел, так что я должен его обидеть. My husband did that to me, so I have to be angry. Мой муж этого сделал для меня, так что я обратно должна отвечать. Let me ask you, is that true? If someone hurts you, do you have to get angry? В
Верно ли, что если кто-то на тебя, если кто-то тебя обидит, то что ты должен отвечать? Many people believe he hurts me, then I have the right to be angry. Многие люди верят в том, что если кто-то их сделать их несчастными, так что они должны отвечать на это, реагировать на это. Они должны злиться на это. Now there is a lie that stays in the hearts of many people. В сердцах многих людей бывает такая ложь. Have you heard people say things like that? Вы когда-нибудь уже... He did that, so I have to get angry. Вы когда-нибудь обидели других людей? Он сделал это, чтобы мы стали несчастными. So this verse says that we don't have to fear them. Такое местописание говорит нам, что мы не должны реагировать на это. We don't have to be affected by them. We don't have to be affected by them, influenced by them. Они не должны влиять на нас. Sorry, it's hard for you. Okay, now could someone turn to Psalm 118 verse 6? It's not here. Psalm 118 verse 6, but I know in your Bible it's different than the verse. 118. Psalm 117. So turn to 118 verse 6. That you, for your Bible is 117, right? 118 verse 6. The Lord is for me, and I'm not afraid. What can people do to me? Can you read it? Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Псалом 117. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. So, I don't have to be afraid of them. Я не должен бояться. What can they do to me? Что они могут сделать? Now sometimes people say, well, what they do to me is terrible. They yell at me. То, что они сделали для меня, это вообще-то не верится. Let me ask you this: if someone yells at you, you fall. Если кто-то злится на тебя. How long would that statement stay in the air? И кто-то тебе сказал, ты дурак. Через сколько времени уходит именно это слово из своего сердца? The moment he finished saying you fool, когда он заканчивает сказать, что ты дурак, the sound immediately disappeared. After he finished saying it, the sound would go away. Когда он заканчивает сказать, что ты дурак, то есть голос the sound, what he said, you fool, he said you fool, but the sound of you fool will go away. То есть, the voice will go away. Этот звук сразу же уходит после этого. Этот звук сразу же уходит после этого. But some people will keep thinking about that. He said you fool to me. Но многие люди будут продолжать именно думать об этом. And they might get angry for many days. Они могут переживать этого долгое время. Это сбой с многих дней. They might get angry for many months. Даже в течение некоторых месяцев. They might get angry for many years. Даже они могут злиться годами. And sometimes people get angry for their whole lifetime. Даже в течение всей своей жизни. Have you heard that? And someone keep telling you, he said that to me. 30 years ago. Вы уже этого заметили, что кто-то может тебе сказать, вот тот человек злился на меня даже много лет назад.
people think about what other people say to them. Many years ago. Люди думают о том, что остальные думают о них. And they think it is right to remember all these negative words. И они думают, что это правильно вспомнить то, что про негативные вещи. Let me ask you this question. Позвольте меня вас спросить. When you remember negative things people say, who gets hurt? When you remember what people said to you, the negative words they said to you, who gets hurt? Когда вы помните негативные вещи, когда вы помните негативные вещи, которые люди сказали о вас именно, кто переживает? Answer me. Who gets hurt? Кто переживает? Они или ты? Now what did they say? Who gets hurt? Who gets hurt? А кто переживает? Когда вы вспомните то, что другие люди сказали о вас, кто переживает? Вы или они? We get hurt, right? But who sinned? Let me ask you, who sinned when they said you fool? He said you fool. Who sinned? А кто это говорит? They sinned, and you get hurt for the whole lifetime. Is it worth it? Они говорили, но вы переживаете именно долгое время. Is it worth it? Is it worth it that you get hurt for the whole lifetime? That's timely это. So answer my question. Is it worth it? That's timely это переживать это. So tell me the answer. Стоит переживать это. So what's the answer? What did it say? Какой ваш ответ? Стоит? Стоит ли это переживать? What was the answer? Just to tell me. Tell me in Russian, I don't understand. Thank you. Right. Thank you. So we don't have to stay hurt, right? Так что мы не должны переживать. Is that right? Now who to respond? You right? Then you nod your head. Is it right? We don't have to stay hurt, right? Правда ли это? Мы должны переживать или нет? Нет. But let me ask you, do people get hurt? Do people stay hurt? Позвольте вас спросить, кто-то вас обидел? Do people stay hurt? А вы должны переживать? Yeah, right. What's the answer? Благословлять. No, do people actually stay hurt? When people say bad things to them, do they stay hurt for a long time? Do they? Have you heard people say, oh, many years ago he said this to me, he did that to me, oh, I'm so angry. Do people stay hurt? Вы на самом деле заметили, что люди говорят, вот тот человек меня обидел много лет назад. Должны ли вы продолжать переживать это? No. But do they actually get hurt? Do they stay hurt? Do many people stay hurt? I mean, we should not stay hurt, but do people actually get hurt? Let me say this again. When people say things to hurt us, we should not get hurt. But my question is, do people actually get hurt? When your husband said, you know, bad things to you, do you stay hurt? Sometimes you say, oh, he said this to me. Do people stay hurt? Если кто-то нас обидел, мы не проживет. What did you say? Okay. What did they say? You can answer him. Because I always like people to think and respond. I like people to think and respond. Because if you just listen, it's not going to help you. You respond, it will help you more. Я позволяю вас, чтобы вы ответили именно на такие вопросы, потому что на будущее вы будете именно это запомнить. Right, okay. Now, my question is, do people stay hurt sometimes when someone hurts them today? Do people
people get hurt. Stay hurt. That means they continue to be hurt. They continue to feel, oh, he hurts me. Oh, I'm so unhappy. They stay, continue to be hurt. Должны ли мы продолжать переживать именно это? Нет. They should not. But many people stay, continue. The fact is, many people said, my husband did this to me, so they get angry and they get hurt. Но на самом деле многие люди говорят, что мой муж так мне сказал, но они переживают, значит они переживают. The fact is, if or the term is equivalent. Примерно. If this represent a bad person, допустим, что это плохой человек, and he always said negative things to people around them, и он всегда вас обижает. Do you know people like that? Знаете ли вы такие люди? Yes. Do you sometimes get hurt from them? Переживаете ли вы это? Когда они вам... It makes you unhappy, right? Они вас делают несчастливым. It is a fact in life that many people get hurt. You are unhappy because some people are bad. Многие люди несчастливы, потому что кто-то плохой. Кто-то им что-то говорит. Да. На них влияет. Многие люди в своей жизни, они несчастливы, потому что их кто-то обидел. But the Bible says, но на самом деле Библия говорит, why do I have to fear people? Должен ли я бояться? What can they do to me? Что они могут делать для меня? I don't have to be afraid of them. Я не должен им бояться. It's their problem. Это их проблема. If I use an illustration. Позвольте использовать такую иллюстрацию. Now I'm using this as an illustration. Допустим, think of this not as water. This is just pretending this is not water. Думайте, что это не воды, это просто пример. But it's urine. You know urine? Это моча. And then someone pour urine at you. Someone pour urine at you. Допустим, кто-то разливает мочу на вас. Do you say, oh, I want it? Будете ли вы сказать, хочу еще раз? No. You won't, right? Нет. You would run away. Конечно, вы будете убегать. If the urine gets on you, если моча на вас, you would wash yourself, right? Конечно, вы будете умываться. You won't continue to smell it. Вы будете что там понюхать. It's bad smelling. Вообще-то плохое. The person is bad. Запах. Yeah, and then you say the best that person is bad. И вы будете сказать, тот человек он плохой. Why did he throw the urine at me? Почему он разлил мочу на меня? Now people continue to do that. Why did he do that to me? И люди продолжают именно так говорить. Почему он так сделал на меня? But we can say it is his problem. Но мы можем сказать. I just wash away. Я просто прошел мимо. I don't have to think about it. Я не должен думать об этом. It is his problem. Это его проблема. Now this is a very simple way to handle hurts from people. Это простой путь, чтобы жить с другими людьми. And a simple way to handle people who hurt us. Это простой путь, чтобы жить с такими людьми, которые нас обижают. And you can learn it. И мы можем учиться. But sometimes it is not easy. Но на самом деле часто это не так легко. Because our inner self is hurt. Потому что внутри нас есть эта злость. Внутри нас есть какая-то обида. Because our pride is hurt.
Потому что у нас есть гордость внутри нас. The person does not respect me. Тот человек меня не уважает. My pride is hurt. Значит, гордость обижается. I have to stay hurt. The people will say I have to stay hurt. Я должен оставаться таким. I have to stay angry at the person. Я должен оставаться несчастливым. And I have to continue to feel unhappy. Я должен продолжать чувствовать несчастье. And that is how many people handle their hurts. Вот на самом деле вот таким путями люди отвечают на обиду. Okay, now remember what I said earlier, when I called the person and shared about I was filled with the Holy Spirit? Помните то, что я сказал раньше, когда я звонил этому человеку, и я чувствовал несчастным. And she was angry. И она обиделась. And then later I called her again to apologize. И второй раз я ей звонил, чтобы просить прощения. You can say I did not do anything wrong. I just shared. Вы можете сказать, я ничего плохого не сделал. Я просто поделился, как я переживал в присутствии Духа Святого. I did not say I'm sorry. I told you that fact. Я вам сказал, что я сказал, извините. But I said, if I made you unhappy, I'm sorry. Я вам сказал, что я не сказал, извините. Я сказал, если я вас обидел, тогда извините. But she did not let go. Но все равно она не обратила на это внимание. She continued to be unhappy. Она все равно продолжала жить в обиду. But I said that is not my problem. Я вам сказал, что я сказал, это не. That is her problem. Это ее. And I let go. И я прошел мимо этого. And I can continue to be joyful. И я продолжал быть счастливым. And after that experience, I've been hurt many times by different people. А также после этого многие люди меня обидели. But I remember this word of the Bible. Но я всегда помню то слово из Библии. What can they do to me? Что они могут сделать? Can you say, what can they do to me? Что они могут сделать для меня? Say together. Можете именно повторить? Say together. Why do I have to be afraid of people? Почему должен я их бояться? Say. Скажите, почему должен я их бояться? I don't have to be affected by them. Я не они не должны влиять на меня. I can stay joyful. Радость может оставаться во мне. Радость может. I can rejoice in the Lord. Я могу радоваться в Господе. Аллилуйя. You know, in many places, some people call me, he's the hallelujah ha-ha-ha pastor. Знаете, что во многих странах меня звали, это пастор, его зовут hallelujah ha-ha-ha. We can all let go, right? Can we let go? Мы можем пройти мимо обиду. Okay. Romans 15 verse 3. This is a very important verse. Римлянам 15 глава 3 стих. I'll start from the quotation. The reproaches of those who reproach me fell on me, fell on Jesus. All the reproaches, all the, you know, the other negative words people said to us, falls on Jesus. All the negative things people say to us. Goes to Jesus. Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословящих тебя пали на меня. Right. So when people yell at us, actually they yell at Jesus.
На самом деле, когда люди обижают на нас, они не обижают на нас, они обижают на Иисуса. Если ругаются нам, они ругаются на Иисуса. When they attack us as Christians, they are attacking Jesus. Когда они нас атакуют, они атакуют Иисуса. And Jesus took all the reproaches. И Иисус He took all the yellings of people. When people yell at us, He took all of it. Can you speak in another way? That, like, this person said some negative words to me. Допустим, тот человек сказал негативные вещи про меня. Those words actually fall on Jesus, goes to Jesus. Все такие негативные вещи, они не идут ко мне, они идут к Иисусу. When they attack us as Christians, they're attacking Jesus. Когда они нас атакуют, но они нас не атакуют на самом деле, они атакуют Иисуса. Jesus took all our hurts. Забрал все эти обиды. Иисус забрал все эти обиды. This is another area to see Jesus' love. На самом деле мы должны также видеть любовь Иисуса. Now there is a similar idea in 1 Corinthians 8:12. Первая Коринфянам 8 глава 12 стих. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. So whoever sin against us, sin against Christ. Грех, который идет против нас, он идет против Христа. Грех, который... А согревающий таким образом против братьев, они согрешают против Иисуса. So, this is an area we can see the love of Jesus. Мы можем видеть любовь Иисуса в таком виде. When people hurt us, it all goes to Jesus. Когда люди обижают, Jesus took all на нас, они на самом деле обижают на Иисуса. Jesus took all our hurts. Он взял все такие обиды. We don't have to stay hurt. Мы не должны пребывать в обиду. So this is wonderful work of Jesus. Это удивительная работа Иисуса. This is a wonderful work of Jesus. Это удивительная работа Иисуса. So if your husband or your wife hurts you, it actually goes to Jesus. Если ваш муж или ваша жена вас обижает, and Jesus took эти обиды идут к Иисусу. And Jesus took all those hurts that we have. Иисус собрал все такие обиды. So we can be free. Чтобы мы были свободны. So we can be joyful. Чтобы мы были, чтобы у нас была радость. Let me tell you my secret. Давайте вам скажу секрет. Why do I stay joyful? Почему у меня всегда радость? And I have the anointing of joy. И у меня помазание радости. Natasha just came in that she shared that earlier. She shared that when I prayed for her and she experienced joy again and again. Вы помните, что переживала сестра Наташа, когда она чувствовал внутри себе радости, когда я занял молитву. And last night you saw different people get joy of the Lord. И вчера на самом деле вы увидели, что у людей появилась радость. I want to tell you this. You too can carry the joy of the Holy Spirit. Я могу вам сказать, вы также можете нести радость Духа Святого. Let me ask you, do you want to stay joyful? Давайте, позвольте вас спросить, вы хотите именно быть ради, or depressed. Либо вы хотите пребывать в депрессии. Many Christians say, when I go to church, I'm joyful. Многие христиане скажут, когда я иду в церковь, у меня радость. When I go home, I open the door and see my husband, I'm happy. Когда я иду домой, я открываю дверь, и когда я вижу,
я вижу муж, вообще-то радость уходит. Or see my wife, I'm unhappy. И либо когда я вижу жену, все радость уходит. Does it happen to some people? Вот это случилось у вас? Because we take the words of our spouse seriously. Потому что мы принимаем слова других людей серьезно. Whose words should we take seriously? Какие слова мы можем принять серьезно? Jesus' words or the words of sinners? Слова Иисуса или слова грешников? Right. But many people do not take Jesus' words seriously and take words of people seriously. Но на самом деле многие люди принимают слова Иисуса не серьезно, а слова других людей и грешников серьезно. When Jesus said, "You can rejoice in me," and they forget about it. Когда Иисус сказал, вы можете радоваться в Господе, они забыли об этом. But when someone says you fool, and then they get angry all the time. Когда кто-то тебе скажет ты дурак, все равно ты будешь запомнить всю жизнь это. They remember that for a long time. Ты будешь переживать это или запомнить это. So we have to be aware whose words are we thinking about all the time. На самом деле мы должны быть. О каком слове думаем? Мы должны. Whose words are we taking it seriously? Какие слова принимаем серьезно? Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear those who are able to destroy both soul and body in hell. И не бойтесь убивающих тело, души же не можущих погубить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. So when people just say things to us, they cannot hurt our soul. Когда люди скажут что-то про нас, они не могут погубить нас. Actually, they cannot even hurt our body. На самом деле, они могут даже ранить наше тело. If you don't take it seriously. Если вы не принимаете это серьезно. But if you take it seriously, но если вы принимаете это серьезно, it will hurt your body. Они будут ранить ваше тело. And will hurt your soul. И они будут обижать вашу душу. And you stay unhappy. И вы будете продолжать пребывать в нерадости. You suffer. Вы будете страдать. And you will say, it's hard to live as a Christian. И будете сказать, это очень трудно жить жизнью христианина. But actually, we don't have to take those words seriously. Мы не должны принимать такие их слова серьезно. Okay. Now here is what Jesus said when he was tried by Pontius Pilate. Вот то, что Иисус сказал, когда Pontius Pilate, the one who tried Jesus, the Roman who tried Jesus was Pontius Pilate. Вот слова, которые Иисус сказал при присутствии Пилата. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. At that time, Pontius Pilate said to Jesus, why didn't you answer my question? Because I can set you free or I can crucify you. В то время Пилат сказал Иисус, почему ты не ответил на мой вопрос? And Pontius Pilate thought, I have the power to give you life or death. И Пилат думал, что у него была власть над Иисусом. Why don't you answer my question? Почему ты не ответил на мой вопрос? But Jesus said, но Иисус сказал, you could have no power at all against me unless it's given to you from above, from God. Иисус ему сказал, у тебя нет власти надо мной. It's God who gives you the authority. Если Бог тебе не дал власти, and since God protects me, you cannot hurt me if without God's permission. Пока меня Бог охраняет, у тебя нет власти надо мной. Now this is a very important concept.
На самом деле это очень важный пункт. When someone tries to hurt you, когда человек попытается обижать на тебя, he has no authority over you. У него нет власти над тобой. If Jesus did not give him the authority, если Иисус ему не дал власть, because our lives are very precious. Потому что наши жизни они драгоценны. God has all authority in heaven and on earth. У Иисуса есть власть над землей, также на небеса. So no one can hurt us without the permission of God. Никто не может идти на нашу встречу. So if God is for us, who is against us? Если Бог с нами, кто может быть против нас? Now can you believe this? Can you believe this? Our life is very precious. Наша жизнь драгоценна. No one can hurt us. Никто не может обижать нас. Okay? If someone yells at us, many people stay hurt, continue to be hurt. Если кто-то нас обидит, это не значит, что мы должны продолжать быть в обиде. We can turn around and let's go. Мы можем пройти мимо. And I invite you at this point to think about people who have hurt you. И я сегодня вечером позвольте вам сказать, что I invite you to think about who has the people who have hurt you. Сегодня вечером думайте, кто вас обидел. Do these people still affect you? Они даже на сегодня, до сегодняшнего дня, они влияют на вас. Do these people take away your joy? Они украли вашу радость. Can you now and say, Lord Jesus, I don't have to be afraid of them? Сегодня вы можете сказать, я не буду бояться их. I don't have to be affected by them. Они не должны влиять на меня. My life is very precious. Потому что моя жизнь очень важна, очень драгоценна. So when we go home, так сегодня когда мы по домам, and when we face someone who might get angry easily, и встречаем того человека, который злится очень легко, we can get ready, prepare ourselves ahead of time. Мы должны быть готовы отвечать их. When he says something negative to me, I expect that already. Если он говорит что-то, какие-то негативные вещи на меня, про меня, я должен быть готов реагировать на это. Let me share with you an experience. Давайте вам дам пример. For a few years I've been a pastor for many years, but for a few years I was a pastor and a chaplain in a hospital at the same time. I've been a pastor for over 30 years, but for a few years, I was also a chaplain in a hospital. Chaplain, you know, hospital visit patients in a hospital. Но в течение нескольких лет я посетил больных в больнице. And that hospital is not a Christian hospital. Но на самом деле та больница это не христианская. And the workers there, you know, most of them are not Christian. И почти 90% of людей там они не верующие. And there was one woman who was a Christian. I know she is a Christian. Но я там встретил одну женщину, верующую. And I know she knows I'm a pastor. И она знает, что я пастор. Now every time when I see anyone in a hospital, I always call them by name and say good morning. И каждый раз, когда я встретил человека в больнице, я их называл по именам, и я им сказал привет. But every time when I said good morning to that woman, и каждый раз, когда я той женщине сказал привет, every time she responded like this. Всегда она так отвечала. Good morning. I mean, she was doing something, and good morning, and then she immediately. I mean, she would not look at me, just turn up her head, and then immediately turn her head down again. Она так отвечала, она подняла просто голову и
спустила гору в объят, на меня не смотрела. She did that every time for the few years I worked in the hospital. Она всегда так сделала, каждый раз, когда я ее встретил. I begin to feel unhappy. Я начал чувствовать себя несчастным. I thought, there's no sound here. Hello, hello. I thought, well, she's a Christian. At least she can say, good morning. I mean, at least she can say that. But every time she just say good morning, and then did not look in my eyes. Я думаю, она христианин, но все равно, когда она отвечает на мой вопрос, когда я ей скажу привет, она на меня не смотрит. I said in my heart, can she at least, you know, show some mutual respect, just any respect, the respect to any person, just to look at the eyes and say good morning. Я себе сказал в моем сердце. Пусть она будет реагировать на мой вопрос, как она реагирует на другие. But every time she continued to do that. Но все равно она так продолжает делать. And I felt unhappy every time I saw that. И радость ушла. And then I said to myself, I don't have to feel unhappy because of that. Я себе сказал, я не должен переживать это. Maybe she never learned to, you know, to really show respect to people. Может быть, она никогда не научилась уважать других людей. Or maybe she never learned to associate with people she doesn't know so well. Может быть, она не умеет общаться с другими людьми. So I tell myself, I don't have to be unhappy. Тогда я себе сказал, я не должен переживать. So when I see her in the distance. Когда я ее увидел, I pray, and then I said to myself, I don't have to feel unhappy. Я молился внутри себя, и я себе сказал, я не должен быть несчастным. And then I walk up to her. И я подошел к ней. And call her by her name. И я ее позвал по именам. And said good morning. И я ей сказал привет. And again she said good morning. Опять она так сделала, привет. And then I turned around and said, I thank God you always loves me. Я повернулся и сказал, я благодарю Бога, что ты меня еще любишь. I don't have to be affected by her. Она не должна влиять на меня. I can stay joyful. Радость может оставаться во мне. So I turn around and pray and rejoice in the Lord. Я повернулся и молился, и у меня будет радость в Боге. Of course, in the hospital, I did not go ha ha ha. Конечно, в больнице я так не сделал. I would just rejoice in my heart. Я просто у меня будет радость в моем сердце. I thank God. God is not like that. Я благодарю Бога, что. А также сейчас благодарю Бога, что Бог не такой. When you see Jesus, Jesus will not look at you like that. Если вы будете видеть Иисуса, Иисус не будет на вас смотреть вот так. Jesus will look at you, at your eyes. Иисус будет на вас смотреть прямо в глаза. With respect. С уважением. Now, at the same time, I'm not affected by her. В тот момент она на меня не влияла. At the same time, I continue to pray for her. И тоже того же момента я продолжал молиться за нее. That is victory. Это победа. Not to be affected by people who hurt us, but to pray for them. Когда люди на вас не влияют, но продолжать молиться за них. And have compassion on them. Have compassion on them. Иметь страдание для них. Because they might have been hurt by other people. Может быть, кто-то их обидел. Now, at this point, I want you to think about people who have hurt you. Сейчас я хочу, чтобы вы подумали, кто вас обидел. Who have affected you? Кто влиял на вашу жизнь? Can you let go? Вы можете именно пройти мимо этого. We don't have to stay hurt. We can let go. We can let go. Мы не должны продолжать быть в обиду, но мы можем пройти его. If your money goes away, you can continue to cry, or you just say, okay, let's go.
Если вы потеряете все свои деньги, вы можете пройти, вы можете плакать и сказать: мои деньги, но... А также вы можете пройти мимо этого. Have you lost money before? Может быть, вы потеряли деньги раньше? Sometimes we say, unhappy. I lost some money there. Можете вы себе сказать: я несчастлив, я потерял деньги. But you can let go and say, I still have money. Можете пройти мимо этого и себе сказать: у меня есть много денег. It's very important that we let go of any hurts. То, что мы можем пройти мимо обиду. Let me share with you what happened to me sometimes when I wash dishes or sweep the floor. Давайте я поделюсь то, что именно со мной произошло, когда... Sweep the floor. Когда я мыл пол. Okay, now, sometimes when I wash dishes, I think of some people who hurt me before. Когда я мою посуду, иногда я вспомню те люди, которые меня обидели. Or I thought of some people whom I have hurt before. Даже вспомню те людей, которые обидели. And that is, these are moments that God bring up our memory of past hurts for us to handle. И наш ум именно принесет в нашу жизнь те моменты, в которых мы переживали. But when some people think of some people in the past, they say, I'm angry with the person for a long time, and I will always be angry. Some people would do that. Некоторые люди так думают, когда они злятся. Когда они вспомнят те люди, которые их обидели, они злятся. Does that help? Это вас не помогает. Does it make you a happy Christian? Делает ли вы это вас счастливым христианином? When I remember some people hurt me in the past. Когда я вспомню те люди, которые меня обидели. God guided my heart. God led my heart. Бог покажет моё сердце путь. To think of these people that they have been hurt by others and by me too. Чтобы думать, что кто-то их обидел, даже, возможно, я их тоже обидел. And I start to feel sorry for them. И я чувствую извинение перед ними. Чувствую извинение перед ними. And I start to say, oh, they've had many unhappy experiences. Я начну думать, что у них много опыта. And I had compassion on them. Compassion. И у меня сострадание. And I pray for them. И я молюсь за них. And I also thought about how I have hurt some people. И я опять думал, как я обидел других людей. And I felt sorry that I hurt them. И у меня страдание, что я их обидел. And then I asked God to forgive me. И я попрошу прощения у Бога. And then I, if I can still see these people, I will ask them to forgive me. Если было бы возможно их видеть, я у них спросил прощения. If I cannot see these people anymore, I would say, Lord, please help me to treat everyone with love. Если невозможно их видеть, я попрошу у Бога: Бог, помоги мне любить каждого человека. And all people hurt me in my heart. I continue pray for them. И все люди, которые меня обидели, я продолжаю молиться за них. Continue to bless them. Я продолжаю их благословить. That I have very positive feelings toward them. И у меня всегда продолжительное чувство для них. And I will also love them. Я продолжаю любить их. So that in my heart is all positive feelings. То есть в моем сердце только находятся позитивные мышления. Let me share with you another experience. Давайте поделюсь с вами еще другой опыт. After I experienced the Holy Spirit, когда я переживал Дух Святой,
I was persecuted by the traditional church. I was persecuted. Одна церковь меня гнала. And one person in particular did many things to try to stop my ministry. И особенно один член церкви сделал все возможное для того, чтобы блокировать или остановить мое служение. And then in my heart this thought came up. В тот момент в моем сердце появилась такая мысль. The thought is, God will punish her. Бог мне сказал. Мысль такая, Бог накажет ее. Бог накажет ее. But immediately God talked to me. И сразу же Бог сказал мне. Ricky. Immediately God spoke to me. Сразу же Бог сказал мне. If I say God will punish her, God will also punish me. Если я буду ее накажать, тогда Бог накажет меня. So I say, God, please help her. Я сказал, пожалуйста, Бог, ей помоги. And bless her. И благослови ее. One time even a thought came into my head like this. У меня были такие мысли. She might get cancer. Может быть, у нее рак. God spoke to me. Бог мне сказал, может быть, у нее будет рак. Bless her. И Бог мне сказал, благослови ее. So I said, God, please bless her. И я попросил Бога, пожалуйста, Бог, благослови ее. God handled that many times in my heart. И много раз Бог мне говорил это. If one day I'll see her, и если однажды ее вижу, I will say nice things. I made up my mind, I'll say nice things to her. Я уже поменял свое мышление, я ей скажу хорошие вещи. If she is willing, I'll take her to dinner. Если она захочет, я ее угощаю. If she is willing to take it, I will buy a gift to her. Если она хочет принять подарок от меня, тогда ей... I want to do as much as I can to love her. Я хочу сделать все возможное, чтобы ей показать любовь. Because I don't want any negative thoughts to stay in my heart. Потому что я не хочу никакого негативного мышления в моем сердце. As Proverbs 4:23 says. Proverbs 4:23. It's not here. Proverbs, you know, under Psalms. Preaching. Chapter 4, verse 23. Guard your heart above all things. You can just say this. This is enough. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Guard your heart against all negative thoughts. Храни свое сердце от всего негативного мышления. Guard your heart against any hurts. Храни своего сердца от обида. Guard your heart against any negative emotions. Храни своего сердца от эмоций, негативных эмоций. Guard your heart against any curses. Храни своего сердца от проклятия. But always have hearts of blessing people. Но всегда имей сердце, которое может благословить других людей. And let go of all hurts. И опускай все обиды. So that you can stay joyful. Чтобы у вас была всегда радость. Because God has a wonderful plan in all our lives. Потому что у Бога есть хороший план в нашей жизни. You can do great things for God. Вы можете сделать великолепные вещи для Бога. You all can do great things for God. Вы все можете так сделать. If you are willing to take care of all your anger. Если вы можете контролировать ваш гнев. Let me ask you this. Давайте, позвольте меня вас спросить. What kind of dreams do you have? Какие сны
Нет, какая мечта у вас? Какие мечта у вас? Do you have dreams of fear? Нет, это сон. Это сон. Да. Существует ли у вас сон страха? Do you have dreams that some people hurt you? Существует ли у вас сон, когда кто-то на вас обижает? Do you have dreams that people say negative words to you? Когда-нибудь мне считают, что говорят негативные про тебя именно. Do you have dreams that you're afraid? Когда у тебя страх? That you run away? Ты бежишь, убегаешь, от кого-то. When you have this kind of negative dreams, it means that your subconscious mind is unhealthy. Если у вас такие сны, это значит у вас негативный ум. Then you are unhappy deep inside. То есть внутри вас есть несчастье. It takes time to get healing from God. Всегда понадобится время, чтобы отобрать что-то от Бога. We continue to love God and let God's joy come to us. Мы продолжаем любить Бога и мы позволяем радость Божия к нам прийти. And enjoy God's love every day. И мы радуемся каждый день. And take care of any hurts inside our heart. И мы попытаемся контролировать все обиды внутри нас. That we always bless people. Чтобы мы благословили всегда других людей. That we're not afraid of people. That we're not afraid of people. Not to be afraid. That we're not afraid of people. That we don't fear people. Чтобы мы не приняли их проблемы как наши. That negative thoughts don't stay in our mind. Чтобы все негативное мышление не оставалось внутри нас. And have more peace and joy from the Lord. И мы больше радуемся в Господе. Then gradually your dreams will become peaceful. И тогда ваш сон становится именно позитивным. So I ask you now, what kind of dreams do you have? Сейчас я вас спрашиваю, какие сны у вас бывают? How is your emotional life? Как вы на самом деле? Какая эмоциональная жизнь у вас? Do you need God to heal your hearts? Хотите ли вы, чтобы вас Бог исцелил? Now it takes time. Всегда понадобится время. We can pray for you tonight. Мы можем молиться за вас сегодня. But it's not going to take care of all your problems. Но на самом деле я не буду заботиться о ваших проблемах. You need to continue to forgive those people. Вы должны продолжать прощать те люди. And have compassion on them. И иметь страдания. And pray for them. И молиться за них. And bless them. И благословить. And keep positive thoughts about God in your heart all the time. И иметь всегда радость Божия в своей жизни. Every morning you wake up, you say, God loves me. Каждое утро, когда проснешься, скажи себе, Бог меня любит. God cares about me. Бог заботится обо мне. I can enjoy God. Я могу радоваться. I'm precious in the sight of God. Я очень драгоценен перед Богом. Say it with me. Say it with him. Скажи со мной. God loves me now. Бог меня любит сейчас. God is surrounding me with His presence. Бог идет вокруг меня. God is laying His hand on me. Бог положил руку свою на меня. Бог положил руку на меня. Say it. Бог положил руку на меня. God is blessing me now. Бог меня благословляет. I can rejoice in the Lord. Я могу радоваться в Господе. I can like myself. Я могу себя любить. I can enjoy life. Я могу наслаждаться жизнью. I can enjoy life. Я могу наслаждаться жизнью.
I can enjoy God. Я могу наслаждаться Богом. Every day, I can be joyful. Gradually, your heart will be filled with joy. Каждый день ваше сердце будет наполнено радостью. Let me tell you. Давайте вам скажу. This is what I do to my heart every day. Каждый день вот так. Я это сделаю. Any negative thoughts? Все негативные мышления. Go away. Отойди от меня. Immediately I bless the people. Я благословляю людей. Immediately I pray for them. Я молюсь за них. And when I see people, I always look at the good side of people. И когда я вижу людей, when I see people. Look at the positive, good sides of people. И когда я вижу людей, я обращаю внимание на их негативную сторону. I always appreciate позитивную сторону. I always appreciate the good things. Я всегда оцениваю то, что они сделали. Даже оцениваю то, что у них хорошее. Я всегда оцениваю то, что у них хорошее. So become more and more relaxed and joyful. И у меня внутри меня успокоился. And I enjoy God more. И я наслаждаюсь Богом больше. Я наслаждаюсь Богом больше. And I have a stronger presence of God. И внутри меня у меня такая мощная присутствие Божье. Do you want that? Хотите ли вы? Hallelujah! All the burdens go away. Все проблемы уходите от меня. Now at this point, I'm gonna lead a prayer of inner healing. Sorry. I'm gonna lead a prayer of inner healing. Сейчас я хочу проводить. She will play the piano. And you think about what is affecting you right now. И вы будете думать о тех вещах, которые влияют на вас именно. Maybe some burdens in your hearts. Maybe some burdens in your hearts. Some burdens. Some heavy load. Может быть, какие-то негативные вещи в ваших сердцах. Maybe someone has hurt you. Может быть, кто-то тебя обидел. Maybe you're unhappy about something. Может быть, ты несчастливый, смотря какая-то ситуация. We want to do some inner healing. Сегодня мы сделаем молитва исцеления. But after today, you continue to do it when you pray to God. Но после сегодняшнего дня вы будете продолжать именно так делать. Whenever any negative thoughts come out. Всегда, когда негативные мысли приходят к тебе. Whenever you think of someone who hurts you. Даже когда вы думаете о тех людях, которые вас обидели. You have compassion on them. У вас страдание. And pray for them. Сострадание. And you pray for them. И вы будете молиться за них. And bless them. И вы будете их благословить. And you always say, Jesus loves me. И вы всегда будете говорить, Иисус меня любит. Okay, now please close your eyes right now. Пожалуйста, сейчас закрывайте ваши глаза. Think of someone who might have hurt you. Думайте о тех людей, которые вас обидели. Sing a song. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. You have that in Russian? Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Do you have that in Russian? That's a very famous song. Yes, Jesus loves me. You don't have it. Okay, have a simple song about Jesus loves me. A simple song. Простая песня. Иисус любит меня. Попытайтесь подобрать. Я знаю, что любит. Окей. Какие аккорды пусть напишет? Иисус меня любит. Now, everyone close your eyes. Don't look at them. Закройте ваши глаза и смотрите на них. And I also pray for you that you don't feel unhappy because of the interpretation. Don't worry. No problem. Так же молиться за тебя, чтобы ты не переживай за Израиль.
And one thing I want to say, one expression you can say many times is, it's okay, no problem. Я могу вам сказать, вы можете часто говорить, это хорошо, нет проблем. Вы можете всегда себе говорить, это хорошо, нет проблем. No problem. Нет проблем. God takes care of me. Бог обо мне заботится. Okay. At this point, think of someone. Сейчас думайте о тем людей, that has hurt you. Которые тебя обидели. Now you don't have to say. Ты не должен это сказать. Please close your eyes. Пожалуйста, закрывайте ваши глаза. And think of this person. Сейчас думайте о тем людей. But remember, this person has been hurt many times. Может быть, вы вспомните, тот человек вообще-то много раз меня обидел. They hurt us because they've been hurt. Many times. Они тебя обидели, потому что кто-то их обидел. And then you say, Lord, have mercy on him. Мы можем сказать, Господь, помилуй их. Это рука Божья. Oh, Jesus.
изменит моего сердца. To set me free from bad dreams. Чтобы ты мне дал свободу от негативного сна. Смотрите на то, что сделал.
Свободен.